Здравствуйте! В эфире «Импульс Севера» и Алена Ядни. Готовы снова пережить самые яркие моменты этого дня и минувших выходных? Тогда начнем. Вы можете представить, что после Нового года прошло практически 5 месяцев. Время летит с большой скоростью, мы в будничной суете этого даже не замечаем. Но есть те, для кого сейчас каждый день имеет огромное значение. Это, конечно, наши выпускники и их родители. В минувшую субботу последний звонок прозвенел для 615 новоуренгойских ребят. Теперь каждый день приближают экзамены, поступления и прощание с домом. И грустно, и радостно одновременно. Давайте посмотрим, каким был их последний школьный вальс и кем видят себя выпускники в будущем. Журналистам не положено плакать в кадре, но эмоции честно удается сдерживать с трудом. Сегодня выпускники Нового Уренгоя прощаются со школой. Впереди экзамены, которые во многом определят будущее ребят. Но сегодня последний звонок, сегодня отдыхаем, а ЕГЭ подумаем завтра. Будете совершать преобразование и нашего города, и нашего Ямала, и России. И то, что каждый из вас является гордостью Нового Уренгоя. Дорогие родители, я вижу, как блестят ваши глаза от слез волнения. Сегодня ваши дети, ваши маленькие дети, ваши Насти, ваши Саши, ваши Сереженьки идут в взрослую жизнь. Мы старшее поколение. Сделали свое дело, мы уходим на пенсию и так далее. Мы вам оставляем нашу замечательную страну, ее недра, промышленность, науку. В каждом выпускнике хочется остановиться, рассмотреть получше, узнать, кем они станут в будущем. Расскажите, о чем вы мечтаете и кем себя видите лет через 10? Я мечтаю стать прокурором, либо же потом судьей и заниматься этим всю свою жизнь, потому что мне очень это интересно. А какие у тебя планы? Я мечтаю стать маркетологом. А дальше как пойдет? Вот они, профессии будущего. А планируете вернуться в газовую столицу? Я об этом думала, может быть. А твои планы? Я думаю, останусь в Питере. Ну, значит, ты нас будешь прославлять в нашей северной столице. Кем вы видите себя в будущем? Пилот гражданской авиации. Ничего себе, а ты? Великий инженер. Инженер. Ребята, планируете вернуться на Ямал или где хотите остаться и прославлять наш округ? Ну, конечно, да. Я тут как бы живу, почему бы нет? Тем более у меня тут родители. Не, я обязательно сюда вернусь, чтобы вспомнить, где я рос. Планируете вернуться в Новый Уренгой работать? Ну, все будет зависеть от специальности, то есть как жизнь повернется, мы не знаем. Но вообще хотелось бы, будем скучать по этому городу. Прошли звонки, и дети говорили о том, что они с радостью вернутся в Новый Уренгой. Безусловно, у Нового Уренгоя огромные перспективы. И сегодня вся работа и по профориентации, и вообще воспитательно нацелена на то, чтобы привить любовь к родному городу, к родному краю. Этого не надо делать. Сегодня вся система позволяет говорить о том, что наши дети готовы вернуться, получить образование. Сейчас я общалась со многими выпускниками. Они говорят, приедем, вернемся в Новый Уренгой. Отдельное внимание хочется обратить на образы ребят. Мальчики в строгих костюмах, девочки в белых фартуках. Интересно, почему выбираете такие образы даже после того, как советскую форму упразднили уже более 30 лет назад? Потому что это классика, а классика никогда не умирает из-за этого. А тебе
Как твоя форма? Потому что так принято было, и я считаю, что нужно ценить традиции. Классические варианты костюмов выбирают не все. Некоторые все-таки хотят самовыражаться. Расскажи, ты здесь сегодня самый яркий на последнем звонке. Почему выбрал именно такой костюм? Ну, вообще, я солист нашей местной группы «Кинолента». И люблю выделяться. Единственное, что по причесочке так и не успел подправить, так бы и причесочка красная была. Ну, расскажи, кем мы тебя увидим через 10 лет, где ты будешь? По-любому на сцене я буду рок-звездой. Кстати, если есть такая возможность, то приглашаю всех в ГДК «Октябрь» 24 мая, рок-концерт. Алексей – звезда наших многих сюжетов, очень активный молодой человек, президент своей школы. Гордитесь своим сыном? Конечно, таким сыном невозможно не гордиться. Он очень умный и талантливый. Я думаю, что у него все получится. Главное – его целеустремленность идти вперед. Кем видите его в будущем? Однозначно каким-то управленцем. Управленцем чего-то и, надеюсь, очень масштабного. Алеш, расскажи, твои планы схожи с планами мамы? Да. Мама меня полностью поддерживает во всех начинаниях, поэтому я очень благодарен и чувствую ее поддержку и опору всегда. Кем видишь себя через 10 лет? Главой города. Ну, а далеко идущие планы? Считанные дни остаются до первых экзаменов, а затем поступления. В общем, лето у ребят и их родителей будет нервным, но надеемся, что и не менее интересным. Здесь и сейчас сочиняются мечты, ставятся цели, и мы надеемся, что все они будут достигнуты. Желаем ребятам успехов и упорства. Все обязательно сбудется, а мы вас ждем здесь, в газовой столице. Милана Федорова, Антон Берестянский, информационное агентство «Импульс Севера». Да, последний звонок, расставание со школой – грустный праздник. Но у нас все прошло на веселой ноте. С улыбками, добрыми и местами смешными воспоминаниями. «Импульс Севера» выпустил из-под своего крыла третий набор корпоративного медиакласса. 2 года эти ребята, ученики 17-й школы, осваивали тонкости работы в телевизионном закулисье. Выезжали на съемки в поля, учились работать в кадре, прокачивали коммуникативные навыки. Совсем скоро им предстоит шагнуть на новый уровень сложности, выбрать будущую профессию. И мы, конечно, надеемся, что 2 года обучения повлияет на этот выбор положительным образом. Сегодня медийность во главе угла. Любой предмет, чтобы его качественно подать, необходимо преобразить или преобразовать, или подать, опять же, медийно. Поэтому то, чем вы занимаетесь или занимались, вне зависимости от вашего будущего, чем вы будете в дальнейшем заниматься или какой выбор сделаете, он вам 100, а может больше, 200% пригодится. На выпускной церемонии каждый ученик импульс-класса получил сертификат о прохождении обучения, сладкий бонус, а также значимое обещание. Только ваши успехи дают нам силы и возможности творить и работать и реализовывать этот проект. И традиционно, каждый год, мне кажется, я об этом говорю, но все равно еще раз скажу, что, дорогие выпускники, после того, как вы получите дипломы о высшем образовании, добро пожаловать в город Новый Уренгой. Информационное агентство «Импульс Севера» вас ждет на работу. На празднике последнего звонка каждый выпускник старался выглядеть чуточку ярче, чем обычно. А те, кто помогал им сиять в этот день, работали с раннего утра без перерыва. Десятки бьюти-мастеров нашего города, как феи, порхали над школьниками и их родителями. А после долгой рабочей смены отправились на конкурс «Битва стилей». Герои дня и выпускники, и те, кто их к этому важному событию готовил. Бьюти-мастера нашего города сегодня отработали плотную запись. Многих школьников собирали прямо здесь, в Солнечном, на конкурсе «Битва стилей». Площадку для творческих личностей предоставила арт-резиденция. Задача бьюти-мастеров сегодня –
показать, по их мнению, идеальный образ выпускника 2023 года. У нас сегодня огромная площадка, чтобы разбавить вот битву мастеров. У нас проходит также ремесленный маркетплейс, где наши городские мастерицы из города мастеров представили свои работы. Также у нас работает концертная программа небольшая, где проходят музыкальные номера. Ну и от талантливейшего дизайнера Алексея Непомнящих. Какой вы сегодня выбираете образ для своей модели? Если честно, я предпочитаю что-то необычное. Классика по типу милых плачешек принцесс. Извините, пожалуйста, мне неинтересно. Сложно создавать такие прически? Ну, некоторые сложно, некоторые легко. И сколько нужно времени, чтобы научиться делать такие объемные косы? Ну, мне потребовалось это примерно 2 занятия. Я училась такие делать. А ты вот сейчас смотришь, как работают взрослые мастера. Как ты думаешь, у тебя уже лучше получается, чем у них? Ну, думаю, пока что нет. Сколько вообще нужно времени, чтобы полностью собрать выпускницу, да? Ну, в условиях большой скорости, конечно, мы собираем и за час, и за полностью образ с мейкапом, и за 1.5 часа, но не более 2 однозначно, с любой, если что, мы работаем просто в паре с мастерами. Мы кайфуем. Честно, мы не на конкурс пришли, мы вышли сегодня, у нас было очень насыщенное утро, мы собирали выпускников на последний звонок. Мы сегодня с 7 утра на ногах, и мы решили закончить этот день именно сегодня здесь, в этот праздник. Привет! Хочешь получить больше за меньшие деньги? Каждый день в эфире телеканала «Лови QR-код», сканируй его камерой телефона и переходи на сайт, где тебя будут ждать скидки и подарки от партнеров. Еще одним ярким событием для нашего города стало участие во всероссийской акции «Ночь музеев». Впервые в этом году была организована ночная выездная экскурсия на автобусе по нескольким локациям. А в музее работали экспозиции «Все для фронта» и «Крепость». Особенно внимание гостей привлекли интерактивные экспонаты и макет Холмских ворот. Точная копия достопримечательности, сделанная с помощью 3D-технологий. Изюминкой мероприятия стал общегородской квест. Участие в нем приняло более 30 человек. С каждым годом число желающих культурно обогатиться только растет. Здесь есть и горожане, и школьники. Очень много молодежи в этом году, это радует. И это ребята в основном из техникума, которые посещали выставку, посещали другие мероприятия. Здесь интерактивная часть – это оружие, это макеты оружия. В общем-то, безопасно все. Можно даже ввести курок, посмотреть, поднять, на вес попробовать. Мне очень было это интересно посмотреть, как это все было, как все это выглядело. Ну, потому что это как бы очень памятное для нас время было. Впервые к ежегодной всероссийской акции присоединился Новоуренгойский аэропорт. Для гостей сотрудники воздушной гавани подготовили выставку спецтехники, которая используется для обслуживания аэродрома. Подробности о необычных экспонатах необычного показа расскажет наш юный корреспондент проекта «Ямал Клик». А чего люди не летают так, как птицы? Вопрос все так же красивый, но уже не актуальный. Летают и очень активно. Спасибо самолетам. Именно им свою сегодняшнюю ночь музеев посвятил наш аэропорт. Ну что, пойдем посмотрим? Точнее, речь пойдет не о самих самолетах, а про их незаменимых земных товарищей. Особое внимание уделили спецтехнике. Поподробнее узнаем у экскурсоводов. Для того, чтобы вы могли улететь и прилететь, вернуться в наш город, у нас работает не одна сотня людей, не один десяток
спецтехники. Подметально-продувочная машина. Она предназначена как для уборки снега, так и слякоти с поверхности аэродрома. Заправщики, тягачи, трапы и даже буксировочное водило – все на обозрение публики. Становится ясно, зачем нужно столько техники и людей. Все, чтобы подготовить и поднять металлических птиц в воздух безопасно и комфортно. Каждая единица техники – незаменимый элемент аэропорта, а для нас, земных жителей, и вовсе рабочий экспонат. Все интересно. Очень много техники, которая обслуживает. Никогда бы не подумали. Как бы замечали, но не представляли, что это все для одного самолета. А вам что больше понравилось? Вот эта машина для мусора. На всех прокатился бы? Да. Спецвыставка длится всего один день. Да и на улице холодно. Но у вас всегда есть возможность ознакомиться с историей нашего города при помощи интерактивной доски в тепле и комфорте. Освоение газовых кладовых и вехи развития города. Здесь можно все изучить и даже проверить свои знания. А я готовилась! Ну и немного постоять на экспонатах тоже можно. Теперь гости города смогут знакомиться с Новым Уренгоем сразу после приземления. Ночь музеев удалась. Лизавета Маренко, Богдан Жиделев, Ямал Клик специально для информационного агентства «Импульс Севера». Сильные, смелые и выносливые. Следующая информация для вас. Собирайте команду или участвуйте всей семьей в арктических экстремальных играх «Северный характер лета». Регистрация продлена до 13 июня. Оставить заявку можно на сайте северныйхарактер.рф. Соревнования пройдут 24 и 25 июня в Надыме. О состязаниях, которые уже состоялись, расскажет мой коллега Алекс Прудиус. Ему слово. Всем привет! На Уренгоец Александр Захаров забрал победу у южан. Воспитанник «Факела» выиграл в первенстве Южного федерального округа по аквабайку в классе Division GP3 кольцевые гонки. Соревнования прошли в Геленджике. Отмечу, стремление к победе у спортсмена семейное. Юного спортсмена тренирует папа Павел Захаров, мастер спорта и неоднократный чемпион России и Кубка страны по кроссу на снегоходах. Достойная семейная династия чемпионов. «Гордимся», пишет на своей странице в телеграм-канале глава города Андрей Воронов. Впервые в регионе в истории любительского спорта прошел турнир среди ветеранов на Кубок Аскон. Соревнования по мини-футболу собрали участников в Новом Уренгое. За выплеском адреналина приехали надымчане, салихардцы, лабытнанцы, губкинцы и соперники из соседнего региона, а точнее из Когалыма. Победу одержала команда «Маяк» из окружной столицы. В ноябрьске прошел первый региональный этап международного футбольного фестиваля «Локобол-2023 РЖД», посвященный году педагога и наставника и 20-летию железнодорожной компании. Первое место заняла команда юниоров из Нового Уренгоя. Ребята тренируются в спортшколе имени Константина Еременко. На втором и третьем местах команда из Ноябрьска. По результатам регионального этапа футбольного фестиваля новоуренгойские спортсмены прошли в следующий межрегиональный этап, который состоится с 12 по 14 июня в Челябинске. Завтра Международный день спортивной борьбы. И нам есть кем гордиться. Ямальский борец с ограниченными возможностями здоровья представит нашу страну на чемпионате мира в Киргизии. Никита Ребро живет в Таркас-Оле, там же и тренируется. На днях он стал шестикратным чемпионом России. После самого важного боя спортсмен поблагодарил всех и дал пару советов подрастающему поколению. Всем большое спасибо. Молодежь, вам совет, женитесь рано. Не тратьте время на поиски девушек. Женитесь, любите, боритесь до конца. Отлично сказано, Никита. А я продолжаю. В городе Люберцы Московской области прошли всероссийские соревнования по боксу памяти заслуженного тренера СССР Виталия Островерхова, где приняли участие больше 200 спортсменов.
Новоренгойские ребята из спортивной школы Константина Еременко, Дмитрий Рыцов и Давид Тугузбаев в первых боях уверенно одержали победу, а во-вторых, незначительно уступили соперникам из Московской и Свердловской областей. А у меня на этом все. Занимайтесь спортом и будьте здоровы! Спасибо, Алекс! Ну а во Дворце спорта «Звездный» завершилась двухдневная спартакиада по волейболу среди главных управлений МЧС Уральского федерального округа. Спасатели, сменив форменную одежду на спортивную, вышли на площадку, чтобы побороться за медали. Помимо ямальцев, участие в турнире приняли команды из Югры, Тюменской, Свердловской, Челябинской и Курганской областей. Кто вошел в тройку лидеров, расскажем прямо сейчас. Они каждый день на страже нашей безопасности. Но сегодня перед ними иная задача. На площадке «Звездного» проходят заключительные волейбольные игры спартакиады МЧС России среди главных управлений Уральского федерального округа. Трибуны ликуют, у всех команд очень мощная поддержка. Ямал, давай! Ямал, чемпион! Яростная поддержка болельщиков добавляла накала эмоциям игры. Нешуточные матчи развернулись на волейбольной площадке. Здесь, как на любом боевом задании, для спасателей важна собранность и командная работа. Но можно ли получить результат без качественной подготовки? Спортсмены Урала к таким турнирам готовятся усиленно. Подготовка высокая, ребята тренировались, это видно, тут лучшие собраны субъектов. Атмосфера очень дружелюбная, активно болеют болельщики, зал очень шикарный. То есть все отмечают, что организация проведения на самом высоком уровне. Несмотря на напряженную игру, все волейболисты поддерживают друг друга. Ну, для того, чтобы сплотить всю нашу организацию, МЧС России, чтобы была одна дружная семья, чтобы все были рядом, все друг другу помогали. Ну, чтобы все было хорошо. Здесь, как и в любом другом спорте, всегда есть победители. Так за финал боролись 4 команды. Бронзу делили северные сборные – Ямал и Югра. Со счетом 3-1 преимущество досталось ямальским соседям. Тяжело, на усталости играли, но вроде получилось. Выиграли 3-е место. Достойно. Сыгранность, сплоченность команды, помогали друг другу. И все получилось. Главная финальная игра прошла непросто. Серьезная подготовка челябинцев принесла очередную победу. Спасатели Свердловской области заняли вторую ступень пьедестала. Камила Караманова, Даниил Жиделев, информационное агентство «Импульс Севера». У нас все новости к этому часу. С вами были Алена Ядня и команда «Импульса». Спасибо, что были вместе с нами. Увидимся.